Всем привет, с вами Бикрис, мы сегодня Добрыня, Добрыня пожелающим добра. Добрый ты где? Че, ты готов услышать рэп? С вами Добрый, всем добра. Я не гордый, да-да-да. Самый добрый в Майнкрафте, во мне нет ни капли зла. А че ты убежал из кадра-то? Хорош, добрый. Ребята, в прошлом видео мы просили вас придумать название для нашей коровы. И сладенький мальчик под ником MinerPro придумал нам. Ну, как кабан, что там он придумал? Грибковый поджопник. Мы с Добрыней просто обхохотались. Нам очень понравилось, ребят. Что? Серьезно? Да, у нас корова реально грибковый поджопник. То есть мы будем жить с грибковым поджопником в одном доме? Ну, прям да. Ну, ладно. Ну, все, отлично. Итак, ребят, в прошлой серии мы нашли... Кабан, кабан! Оу. Куда? Что? Куда опоклониться? А, ой, извините, извините. Первое правило нашего дома. И оно единственное, поклониться штанам, все, пошли. Так, ребят, в прошлой серии мы нашли на острове, да, получается, Добрыня, да, это же Добрыня, вот. Нашли, короче, сбоку данж, ну, какую-то постройку. И сегодня мы туда отправимся. Ну, поэтому попробуем, по крайней мере. Попробуем, да, мы там видели сундуки, видели какой-то спавнер. А, в общем, сейчас еще раз все обглядим, обстановку проведем, обнюхаем, значит. Только, кабан, давай не как в прошлый раз, аккуратненько. Понял, хорошо. Давай. Ух, так, все, пойдем. Сейчас погоди, я шапочку одену. Давай, добрый, одевай шапочку пока. На самом деле, еда есть, все отлично. Добрый, у нашего друга, грибкового поджопника, взял немножко грибов себе в поджопник. Хорош, а я себе взял. Я тебе дам одну, но ты сильно ее не трать. А, все, тогда отдай. Так, я сейчас аккуратно прокопаю, ты повторяй за мной все движения. Мы будем одним телом, одной частью. Добрый, хорошо, хорошо. Там какая-то вонючка-колючка. Добрый, спускайся быстрее. Что? Ой, не-не-не, я обратно, братан, я обратно. Куда обратно? Иди сюда. Я сейчас очень хитро, в спину, ну тупо как крыса, зайду и сломаю спавнер. Добрый, ты готов? Давай, надеюсь, ты справишься. А, тут пещерки, добрый, фейковый блок. Я сломал. Красава, красава. Я спускаюсь, кабан. Давай. Поехали. Опа, сундучок, сейчас. Да, слышал, кабан, куда сундучок? Ты в драку? Можно было какой просто сундучок? Добрый, сундучок да погоди, забрать. Да погоди потом, давай убьем их. Это опыт все-таки, нам потом зачаровывать. Господи, фу. Отлично. Он в пути не застрял, лох. Хорош, есть. Добрый. Все, да, давай Кабан, там еще спавнер. Ломай быстро, быстро ломай. Так, в сундуке, короче, осколки призмарина, 10 кабан. Штучек. Кости? Что-то, погоди. О, нет, кабан, я не достаю, кабан, там еще один спавнер. Я сейчас приду, я сейчас все возьму, приду. Паркур, кабан, я паркурю. Добрый, тут рассадник есть, добрый, рассадник. Что это? Спавнер у нас будет, интересно, кого, кстати, свиней? Если свиней, то отлично. Ну, это да, это прекрасно. Кабан, дай руку. Потом разберемся. На ногу, добрый. А, ну у меня все ноги, у меня же копыта, добрый. А, тихо, сердец немного, сейчас, погоди, я спущусь. Ладно, к тебе. Спускайся. Тут наш давний друг, как бы, немножко отдыхает. Валера? Давай его. Тихо. Надо, чтобы он сорвался, тихо, на самом деле. Тихо. Это будет идеальный расклад. Ты мой сладенький. Да господи, чё ж ты не взрываешься-то? Отлично, он убил кого-нибудь? Нет. Добрый, ты меня скинул. У меня два сердца, добрый. Да? Я покушаю пока, подожди. Все, я себя защитил. Красава, сейчас я помогу тебе, кабан. Ты, конечно, любишь напугать. Я не знаю, у меня что-то хп вообще не регенится. Зелье мы не будем выпивать, зелье мы оставим на битву с драконом. Если когда-нибудь вообще случится. Так, я, короче, ем грибной супчик, потому что у меня хп реально не восстанавливается. Нет, кабан, меня отравили, нет. Иду! Не дай супчика, кабан. Супчик, дай супчик. На супчик. Добрый, сзади пух. Ай, кабан, добрый, сзади пух. Кабан, он тут. Все, я убил его. Кушай суп! Ладно, кушаю. О, кабан, как же повезло, что мы нашли с тобой грибного поджопника. Это грибной поджопник, наш братан. Блин! А что, ты плавать умеешь, да? Так, тихо, я не могу пока тебе помочь, у меня мало сердец, кабан. Он меня на расстоянии как-то ударил своей силой мысли. Кабан, тебя тоже сейчас ударят. Ай! Как ты узнал? Ну я просто его закрою и все. И мы забудем про его существование вообще. Все, сиди там, воняй. Что-то голод, кстати, пропадает быстро, я прям не могу. Я не могу остановить себе... О, добрый! Добрый, пошли! Кабанчик. Так, тихо. Как ты заметил? Добрый, ну мы опытные майнкрафтеры. Нифига ты унюхал, конечно. Что тут у нас? Ломай. О, стрелы. Раздача, стрелы, ломай. Это, походу, ловушка, ну да, слышишь? Кстати. О, это в натуре ловушка была. Пойдем посмотрим, куда приведет нас эта ловушка. Добрый, это что-то капает, какие-то слюни. Добрый, это что? Не обращай внимания, это я чихнул. О, ничего себе, смотри. Сколько повторителей. Мы сможем сделать с тобой ферму булыжника. Свечи, добрый. Отлично. И редстоун. Добрые эти. Очень много кабан. Тут прям вообще, тут какая-то прям электростанция. Эти, как их называют? Поршни. Я уже собрал 3 штуки. О, привет, кабан. Смотри, вот, ловушка была вот такая. Ля какие. Вы думали провести кабана и доброго, ага. Хотели сундук закрыть, да? Один алмазик. Один алмаз?
Я его на миску поменяю. Все это ради одного алмаза? Блин, кабан, тут ночь! Нет, кабан, нам жопа. Все, извини, конечно, но до свидания. А это не смешно, добрый. Ай, добрый, не смешно, нифига. Побежали быстрее на наш остров. Короче, поставим. Тихо, поставим рассадник и будем. И будем радоваться, кто там у нас в рассаднике. Я надеюсь очень сильно, что хряки. Мы нашего друга перестанем есть. Мы будем есть хряков, короче. На самом деле, у меня вот уже заканчивается. Извини. Я мог сдохнуть, у меня два сердца, добрый. Извиняюсь. У меня тоже, кстати, два сердца. Я надеюсь, мы сможем добежать. Кабан, ты застроил, весь путь для отхода мне застроил. Зачем ты? А, это у меня скелет. Добрый, добрый, у нас дома ужас. Я не хочу-то туда идти. А нам придется, добрый. Нам придется. Нас будут сталкивать, короче, с. А, добрый, ё-моё. Что такое? Я сейчас приведу очень много кого. Ох, ёх. Ой, кабанчик, у тебя тут вещи минусанулись очень знатненько. Сколько, сколько, много? Mm-hmm. Надеюсь, немного. Куда алмаз минусанулся? Ай! Добрый, это уже не смешно. Я опять сдох! Добрый, у меня нагрудник упал! Да что такое? Такое бывает? Добрый, у меня нагрудник упал вниз куда-то, добрый. Меня тоже, у меня вообще вся броня упала. Добрый. Остались только сапожки. У тебя все упало? Да, у меня остались только повторители. Добрый. Добрый! Невозможно. У меня зомби забрал щит, факел и штаны! И паук падает с неба и умирает. Что делать? Да что, у меня опять два сердца. Я не знаю, кабан, что делать? Это невозможно, мы просто не сможем выбраться отсюда без брони. У меня даже меча нету. Ты что там делаешь, кабан? Хочу сдохнуть, добрый. Вообще все плохо, все максимально плохо, все. У меня пол сердца, у меня что-то упало вниз. Я! Еще у тебя алмаз остался? Нет, алмаза нет. Черт. Я пью зелье, иначе я тут не выживу. Ой, а что я выпил? А, у меня тошнота, добрый. Зачем я это сделал? Ой, я их убиваю с удара, кстати. Нормально. С удара? Кого? Зомбиков, просто осколком призмарина. У меня не меча. Я вижу меч и поножи. Не, я отрегинился, зелье хорошее. А что так мучить-то? Сколько ты еще будет идти-то? Не знаю, кабанчик. Так, я нашел поножи, нагрудник. О, я нашел компаратор, отлично, отлично. Хотя бы так. Вон там еще вижу редстоун, но там крипер стоит. Алмаз мы просрали. Все мы просрали. Алмаз, конечно, да. Блин, все лучники, просто я ненавижу их максимально. Блинские лучники, почему они такие меткие? Я вообще не понимаю. Но сходили в данж. Просрали больше, чем получили. За что? Так, я нашел раздатчики. Так, главное, чтобы меня никто не убил, никакой лучник вонючий. Добрый! Нам очень сильно повезло. Мы чуть не просрали рассадник, чуть не просрали. Да? Прям очень сильно повезло. Очень. Он лежит. Господи, нет. На краю блока. Я взял рассадник. День, да? Все хорошо сейчас? Ну, да, только они спрятались там под тенью еще. Так, я нашел факела. 4 факела. Добрый. И меч свой нашел, отлично. Я короче, побежал, все. Я побежал домой. Давай. А я что тут буду делать? У меня рассадник, добрый, нельзя его просрать. А, ладно, ладно, хорошо, хорошо, кабан, давай. Алмазы найдем. Рассадник, это святое. Все, я все сложу сейчас, все самое важное. А ты, кстати, ставил сундук туда где-то? Потому что я вижу там какой-то сундук. Нет, я никакой сундук не ставил. Серьезно? Сейчас я попробую до него добраться, если меня крипер не убьет, вонючий. Я сейчас сделаю меч и приду к тебе на помощь, добрый. Не, добрый, в следующей серии мы идем заново в шахту и восстанавливаем все вообще, вообще. Обязательно, обязательно. В следующей серии мы делаем с тобой бесконечный источник булыжника и будем фармить у... Сейчас я посмотрю цены. Угу. Стак булыжника мы обмениваем на один изумруд. А изумруды можно... Братан, ну подойди. А за изумруды можно покупать вот один алмазик за 5 изумрудов. Да я знаю, кабан, я уже давно обмениваю. А чё так много? 5 стаков за один алмаз. Братан, ты не офигел, а? Короче, вот. Добрый, я иду за тобой. Вообще ноль шансов. Я просто слышу звуки, они не прекращаются, их просто тьма. А как тьма? Да ты вообще где? Давай вылезай. Я там внизу, то я вижу сундук какой-то, я хочу до него добраться. А, это, наверное, ты, который, в котором рассадник нашел, да. Чё ты сделал-то, добрый? Зачем ты обосрался опять? Блин, я не знаю, вообще все так плохо. Блин, я не знаю, ребят, ну поддержите пожилых кабанщиков лайком, но я не знаю. Как играть? Мы играем, мы просто все просираем. Добрый! Опять чуть все не просрал. Я не знаю просто, как мне выбраться. Я боюсь, что меня лучник какой-то скинет в момент, когда я буду подниматься. Все, ладно. Давай поднимайся. Кабан. Лучников нет. Я не вижу, по крайней мере, но сейчас уже день. Ой, блин, тут стена. Добрый, я сломаю. Ради тебя все преграды. Алло. Сейчас почти сломал. Добрый, давай. Я сломал. Почти. Опа.
Спасибо. Спасибо, добрый. Все мы старания просто зря. Ну, извини, кабан. Это жизнь. Все мои старания кабану под хвост. Ну за что? Так, тут нет хотя бы монстров. Мне уже страшно просто по улицам ходить. Согласен. Так. Давай возьмем вот эту бибу домой. Будем в зелье делать. Обязательно. И давай еще эти грибные блоки возьмем с собой. Давай. О, кабан! Это что? А. Книга какая-то. Ну давай прочитаем книгу, значит. Добрый. Тут, короче, координаты. Скорее всего, координаты? Плюс. Да. А, ну да, координаты 274, 66, минус 130. Только чего? Интересно, интересно. А это мы узнаем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Всем пока.